Фейерверки дядя Гриша. Покупая пиротехнику, требуйте сертификат качества. Внимательно читайте инструкцию на упаковке. Храните пиротехнику только в потребительской упаковке, в сухих помещениях, не ближе полуметра от нагревательных приборов. Храните от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Применяйте пиротехнику только на открытом воздухе. Поджигать пиротехнические изделия нужно, не наклоняясь над ними, с вытянутой руки и немедленно удалиться за пределы опасной зоны. Запускать изделия нужно вдали от людей, дорог, проводов, легковоспламеняющихся материалов, строений, деревьев, линий электропередач. Радиус опасной зоны. Для пиротехники первого класса опасности хлопушки и бенгальские огни – это полметра. Пиротехника второго класса опасности – петарды и фонтаны – 5 метров. Пиротехника третьего класса опасности – батареи салютов, фестивальные шары, ракеты, римские свечи – 30 метров. Запрещено разбирать пиротехническое изделие, применять изделие в состоянии опьянения, запускать с рук, использовать изделие с явными повреждениями, с истекшим сроком годности. При отказе подходить к изделию до истечения 15 минут. Бросать в огонь, производить с изделием любые действия, не предусмотренные инструкцией. Уважаемые взрослые, будьте внимательны. Не допускайте, чтобы дети покупали петарды без вашего ведома. Не позволяйте им пользоваться пиротехникой в ваше отсутствие. Кроме того, помните, что на качественном изделии должны стоять данные о производителе. К нему обязательно должна прилагаться инструкция. Обращайте внимание на грамотность текста и наличие в нем опечаток. Это может служить показателем качества. Уважаемые смоляне, чтобы предстоящие праздники не были омрачены травмами, пожарами и другими трагическими последствиями, будьте осторожны с пиротехническими изделиями. Дешевые фейерверки, приобретенные на стихийном рынке, могут быть опасны. От себя хочется добавить. Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, имеющие все разрешения, где вам покажут видео фейерверков и подберут нужный вам салют из большого ассортимента. Проконсультируют по хранению и эксплуатации фейерверков и предоставят сертификаты качества на все пиротехнические изделия. Желаем вам счастья, здоровья и море положительных эмоций!